Привет, друзья! Представляем вам сборку лучших лайфхаков для вашего мобильного телефона. Они точно сделают вашу жизнь легче. Итак, поехали! Возьмите любой карандаш или ручку. Оторвите небольшой листок фольги и оберните им карандаш, как на видео. Загните края фольги вовнутрь. И у вас получится отличный стилус. Он будет очень полезен, если вы захотите нарисовать что-то на экране вашего телефона, так как пальцем рисовать очень неудобно. В качестве стилуса можно также использовать пальчиковую или мизинчиковую батарейку. У вас выключили свет и нет даже свечки? Включите фонарик на телефоне и поставьте прямо на него пластиковую бутылку с водой. Получится отличный светильник. Если вы хотите сделать макрофотографию с помощью телефона, просто сделайте линзу из капли воды. Если капля будет достаточно маленькой, сила поверхностного натяжения жидкости не даст ей скатиться с объектива, даже если повернуть телефон камерой вниз. Обратите внимание, чем более выпуклой будет капля на объективе, тем сильнее вы сможете приблизить маленький предмет. А вы знали, что из воздушного шарика можно сделать оригинальный чехол для мобильника? Просто надуйте шар, положите его на стол, а другой рукой начинайте давить телефоном на шарик и потихоньку спускайте из него воздух. Когда воздух будет полностью спущен, шарик должен обтянуть телефон по контуру. Затем поправьте края и отрежьте кончик шарика, если он вам мешает. Такой чехол можно использовать и как временный вариант, и как постоянный, если вам понравился результат. Случается так, что вам не на чем послушать музыку, кроме мобильников. Чтобы улучшить качество звука, поместите телефон в большой стеклянный стакан или банку. Звук станет громче, объемнее и приятнее на слух. Мы заметили, что этот способ работает лучше, если поставить телефон динамиком вниз. Еще один вариант, как легко сделать крутую аудиосистему для телефона. Разметьте на трубке от бумажного полотенца прямоугольник по ширине и толщине вашего смартфона и вырежьте отверстие канцелярским ножом. Для варианта без одноразовых стаканчиков сделайте ножки из канцелярских кнопок. Сравните, как звучит ваш телефон. Знакомая ситуация, когда все розетки заняты, а рядом со свободной некуда положить телефон. Возьмите бутылку из-под шампуня, жидкого мыла или другого средства. Отделите от нее верхнюю часть. Сделайте вот такую разметку и отрежьте по линии. Вырежьте прямоугольное отверстие по размерам вашей зарядки. У вас получится очень удобный холдер для зарядки телефона. Если вы хотите спокойно посмотреть наше видео с экрана мобильного устройства, возьмите солнечные очки и поверните их вот так. Поставьте телефон на дужки и наслаждайтесь. Еще один легкий способ сделать подставку – взять крабик для волос и зажать им телефон. Все предельно просто. Многие спрашивают, в чем мы монтируем наши видео. Отвечаю, мы используем программу Premiere Pro CC. Если вы хотите делать такие же крутые видео, рекомендую изучить видеокурс Super Premiere Pro от практика с 15-летним опытом, который работал над такими проектами, как Ревизорро, премиями Кинотавр и Ника, а также над официальным фильмом Сочинской Олимпиады 2014 года. Заинтересовало? Перейдите по кнопке «Смотреть курс». Если вам понравилось наше видео, поделитесь им с друзьями. Они будут вам очень благодарны.